И сейчас я как самурай настоящий распакую ее. Оба! Ребята, всем привет! Очередная посылка с сайта AliExpress. Как у вас дела? Расскажите, как у вас погода? Холодно или тепло? Пишите все в комментариях. И давайте посмотрим. Значит, здесь находится мышка. Так, подождите, это какая-то пленка у нас для телефона. В подарок положил китаец. А здесь находится мышка. Довольно неплохо вижу упакована. Пупырка есть. Давайте посмотрим. Мышка сине-черная. А вот зачем мне пленка, конечно, непонятный мне телефон, это мне непонятно. Странно, конечно. Ну, что есть, то есть. А пленка, я не знаю, может на iPhone похоже. Пишите тоже в комментариях. Ну, пригодится там он какая-то салфетка еще, бэушная, непонятная. Какая-то она неадекватная. Ну ладно, давайте рассмотрим все-таки мышку. Порезал я вот, да, вот здесь немножко ножом, скальпелем. Скальпель у меня очень такой резкий, матерый, острый, как должен быть мужик. Ладно, сейчас распакуем и посмотрим, что за мышка-то такая. Друзья, ссылки все на товар будут в описании под видео. Так что, кому нужна мышка вот такая беспроводная, конечно же, переходите и покупайте. И сейчас я как самурай настоящий распакую ее. Оба! Ладно, друзья, шутки шутками, но мышка вот такая у нас синяя с черным. И давайте посмотрим, что здесь внизу. Значит, есть отсек для батарейки. Так, батарейки у нас раз, два. И есть у нас вот такой вот адаптер. Так, адаптер сейчас вытащим. Вот такой он маленький. Вставляете в компьютер. И у вас коннектится сама мышка. Я думаю, с этим все понятно. Так, что мы видим здесь? У нас есть две клавиши, левая, правая, которая отвечает за функцию scroll. И у нас есть еще боковые клавиши, это вперед-назад для листания фоток и возвращения в меню, допустим. Ну и, конечно же, клавиша для регулировки сенса. Тоже нажимается, можно регулировать. Три положения, среднее, минимальное и максимальное. Так, ну, в принципе, мне мышка понравилась за свою стоимость $3. Самое то, что нужно. Так, друзья, ну что, качество довольно неплохое. По бокам здесь пластик такой очень твердый. Можно даже убить кого-нибудь. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал вот сюда и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Всем пока! Лучший Китай ВК. Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress, куче смартфонов, летсплеи на PS3, обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники, одежда и многое другое. Подписывайся, ссылка в описании.